Николай Заболоцкий. Сентябрь. Сыплет дождик большие горошины, рвется ветер и дальний чиста. Закрывается тополь взъерошенный с серебристой изнанкой листа. Но взгляни сквозь отверстие облака, как сквозь арку из каменных плет. В это царство тумана и морока первый луч, пробиваясь, летит. Значит, даль не навек занавешена облаками, и значит, не зря. Словно девушка, вспыхнув орешина, засияла в конце сентября. А вот теперь живописец выхватывай кисть за кистью и на полотне золотой, как огонь, и гранатовой нарисуй эту девушку мне. Нарисуй, словно деревце, зыбкую молодую царевну в венце с беспокойно скользящей улыбкою на заплаканном юном лице.